А я ждала, 25 минут просидела на остановке, отдохнула и решила идти дальше. Что-то тут напряженка с транспортом, с общественным. И это Крым ждет миллионы отдыхающих. Ну как это? Все перекрыто, к морю не подойти. Автобусы не ходят. Ужас. Так, вот я не помню, здесь я пройду или нет. Старый город-то. Да должна тут же, старый город кругом. Одни экскурсионные автобусы ходят. А простые, значит, люди, которые без машин. Как хотите. Нет, в этом отношении, вот в Болгарии, да, мы жили. Просто с транспортом, но замечательно все. И вот такие двухэтажные ходят, только... Они за стеклом сидят на втором этаже, а там открытые. Ну, обычный транспорт общественный. И обычные автобусы. Не знаю. Вот я вот уже сколько прошла, обошла мечеть, автобуса так и нет. Но я уже все равно в любом случае не добегу до остановки. Сейчас я перекурю. Тенечки, и пойду дальше. Ну, это уже новоделы. Но красивые такие. Вот в их стилистике мусульманской. Это старенькие, еще черепицей крытые дома. С ума сойти. Ой, ой. Вот мои хорошие, сидела бы и смотрела. Только не на чем сидеть тут. А, есть вон лавочка на солнышке. Так. Вот я ворона, а. Спутала два храма. Еще думаю, главное, а что-то он не того цвета. И вроде он как-то выше, какой-то другой. Ужасно, на мой взгляд. Старое здание и прилепили вот это вот. Я даже не знаю, как назвать эти балконы. Ну вот, ну как вот это? Мощение, видите, вот такое камнем. Как она, брусчатка называется? Ну, вот это, мне кажется, уже современное. Вот, опять старый город. Вот я сегодня кругами хожу. Все этот старый город. Но мне он очень нравится. Меня сюда, видимо, тянет прям. Вот чем-то напоминает, знаете, одесские дворики. Ну, они другие, конечно, но все равно что-то есть. Вы посмотрите, он.
все напоминает о прошлой жизни. Здесь вот меня Алинка фотографировала 6 лет назад. Ну да, вот она современная, видите? Ямы. Фонари вон какие. Еще и машины тут ездят. Ну, красота. Ну и правильно, что я не стала ждать автобуса. Смотрите, какие двери. Архитектор, автор проектов городского театра, публичной библиотеки, первой электрической станции. Тоже все 1800. Родился в этом доме. Год. Ну, вот он, старый город, уже вот это пошла часть, где торговля всякая. Ну, там вход и выход. Торговля муромским стеклом, якобы. С этим муромским стеклом я уже сталкивалась в Сочи. Я ей говорю, что это не муромское стекло, она муромское. Я говорю, сертификат есть? Ну, это у нас делают по технологиям муромского стекла. Ой, я не могу. А здесь вот концерты проходят. Так бы и писали по технологии. Хотя кто им скажет, откроет тайну этой технологии? Красота. Правда? Смотрите, сколько лаванды. Снопами. Как расписывают, смотрите. Бутылки. И трамвайчики тут. И камушки, и ракушечки.
Смотрите, какие снегири. Мне снегири очень понравились. Вон и Климт. Смотрите, поцелуй Климта. Да. Вход. Вход главный. Чего меня дурит? Вот. И музыка восточная, но она хоть как-то потихоньку, может, проскочу. Может, не накажут за такую музыку. И вот тут мне очень нравится. А там, да, там лестница. Там лестница. Туда наверх. Там ресторан. Тоже с Алинкой тут были. Ну, тогда же и были 6 лет назад, когда переехали в Черноморск. Ну, я думаю, те, кто в Евпатории хоть раз были, все эти места прекрасно знают. Так, теперь мне что нужно? Мне нужно найти остановку автобусную. Вообще ходят ли автобусы в Евпатории. Кто про что говорят, а вшивый про баню. А я про старую архитектуру. Так, подсказали мне остановочку. Ой, ноги отваливаются. А вон домик розовый продают. 1235 квадратных метров. Двухэтажненький особнячок так, да? Ну, улица шумная тут. Она вроде и так и узкая, а шумная. Да, так это я уже размечталась. Беру, не глядя. Даже не представляю, сколько может стоить такой дом с таким метражом. Сколько я сегодня километров прошла, я даже не представляю. Вот здесь я шла. То есть сейчас, там, где я раньше ждала автобус, я туда и приеду. Смотрите, как малышка в мамину ногу вцепилась. Вот уже сколько остановок проехали, а я все тут шла и шла. Ой, дала я сегодня, наверное, за последнее лето. Я уже давно так много не хожу. Не, ну нагулялась я сегодня, конечно. Мама, не горюй. Жалко, что ничего из материала интересного не нашла. Нет, он есть материал, но цены просто сумасшедшие. Просто сумасшедшие. С материалом подождем, видимо, до Питера. Ну, зато я сегодня отвлеклась.
сижу на автовокзале, жду своего автобуса. Из-за того, что ремонтируют дороги, пробки в Саках, в Орехово, что автобусы аж до часу задержки идут. Да. Ну, в общем, сижу, жду. Уже Саша звонила, в розыск меня подали. Ну ладно, доберусь потихонечку. Ой, ура, пришел. Вовремя поедем. Слава тебе, Господи. Как я устала, вы не представляете, мои дорогие. Просто ноги не идут. Ой, кстати, вспомнила. Сегодня Леночка Баттл прилетает с Мариной, с Катюшей, с Алисой, с внучкой. Ну, я даже не знаю, во сколько они прилетают. Ну, завтра созвонимся, наверное. Рада буду их видеть как. Ну, вот и Красная Поляна. Осталось до Черноморского 20 километров. Всю дорогу я благополучно продремала. Ну и сейчас уже, я думаю, что уже пришло время рассказать, что меня понесло в Евпаторию. Ну, начнем с того, что я вообще ночью не спала. Вообще не могла я уснуть. И вдруг, я понимаю, что Андрея больше нет. Я не знаю, как. Я просто заревела. И, ну, ночью не будешь Насте звонить. Я думаю, вдруг это, знаете, я себя накрутила и... На этом самом интересном месте телефон мой отказался дальше снимать. Стал мне писать, что все, максимальное там время по видео закончилось. Так что продолжаю уже вам рассказывать дома. В общем, всю ночь я промучилась, так и не уснула. Утром мне Настя написала, что Андрей умер. Тут же позвонила мне Марина из Турции. Ревет. В общем, поговорили, потом с Настей поговорили. Будут его кремировать. Ну, хоронить где, пока неизвестно. Настя собралась с его сыном, с Димкой, лететь в Калининград. И, в общем, я в таком... Ну, позвонила Косте. Тут. А потом я понимаю... Уснуть я уже не усну, потому что меня всю... Ну, сами понимаете, какой уже сон. И я понимаю, что сейчас я буду вся в этих мыслях, вся на нервах, вся незнамо что. И вот тут мне и пришла мысль в голову, что надо мне поехать куда-то. Я до этого собиралась в Симферополь, но... Ну, в общем, короче говоря, я просто поехала. Потому что нужно отвлечься, нужно как-то... И я поехала.
Так что, мои дорогие, то, что мне нужно снимать видео, это уже какая-то ответственность за 3 с лишним года. Это бы очень меня спасло. Иначе я бы тут доревелась, и сахар бы поднялся, и вообще не знаю, чего было бы. А так я ходила, снимала. Ну, понятно, из головы эти мысли не выбросишь, но все равно. Во-первых, я устала, как скотина последняя. То есть уже было мне... Уже мне было жалко себя. Ну вот, прилетела. Господи. Вернулась, Толик меня встретил. Заехала, купила арбуз. Привез он меня домой. Я съела кусок арбуза и вырубилась ровно на час. Проснулась от того, что мне Саша звонит. Моя. Вот. Ну и, в общем, а тут уже вечер. Вот эти заботы, поливать надо. То да сё. И, в общем, я проковырялась, начало темнеть, и я ушла спать. Так что вот такие вот дела. Андрюшки нет. Я не знаю, конечно, я не медик, не хирург, но мне кажется, что что-то они упустили. Когда они... Ему стали делать второй раз операцию, у меня прям ёкнуло. Думаю, что-то тут не то. Сделают из мужика инвалида. У меня вот такая была мысль. А потом он не стал приходить в себя, и все уже было понятно. Конечно, надеялись. Надеялись, но ничего не получилось. Вот такие дела грустные наши. Марина там в Турции тоже, у Сережи. Ну, я вам рассказывала, у Сережи Нина, сестра, долго болела, тоже умерла. В общем, короче, вчера 2 умерли вчера. Маринка ревет, ну, ей в воскресенье домой, а в понедельник похороны у них. В общем, короче говоря, вот так. Вот так я в Евпатории развеялась от... Отвлеклась, не развеялась, отвлеклась от этих мыслей грустных. Ну вот сегодня встала, ну, конечно. Что вам объяснять, Господи? Сами все понимаете. Вот так что, лапоньки мои, вот такие вот дела. А я Марине говорю, я говорю, Марин, ну что делать? Такой возраст у нас теперь. Был у нас возраст, когда мы провожали ребят в армию. Ну, сами, наверное, помните, чё ж, Господи, как осень и весна, так все проводы. Потом пошли свадьбы, потом пошли дети рождаться. А теперь вот такое время. Уходят, уходят и уходят. Ну ладно, мы-то остаемся. Так что берегите себя, мои хорошие. Берегите своих близких. Потом плакать поздно. Надо ценить, любить и беречь при жизни. Ну и вот на такой грустной ноте я с вами прощаюсь. Это я вот заканчиваю.
две части этого евпаторийского видео. Ну и сейчас вот позавтракаю, да буду приниматься за дела. Что делать? Жизнь продолжается. Лена Баттл прилетела из Питера вчера. Вот надо сегодня с ней созвониться, увидеться с ними, с девчонками. Так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Все, мои хорошие, спасибо всем, кто посмотрел. Ой, вы не представляете, как я устал. Вы не представляете. Это просто с каждым годом тяжелее и тяжелее даются вот такие пешеходные прогулки. Но ничего не поделаешь. Так что спасибо всем огромное. Я вас обнимаю, целую, девочки мои и мальчики. Не забывайте присылать видео. Пожалуйста. А то застопорилось у меня это дело. Ну, сейчас я посмотрю, ну, по WhatsApp, там, может, кто-то что-то прислал. Ну, пока-пока, мои хорошие, пока. Новый день, значит, будут новые видео.